Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. У нас на оснащение вот такой необычный экземпляр. Это автодом на базе Fiat Ducato третьего поколения, на который мы установили мультимедийную систему на базе Android. Вот так теперь выглядит мультимедиа на данном автомобиле. В комплекте с магнитолой идет переходная рамка, которая встает в штатное место автомобиля. Все выглядит очень по-штатному, все очень аккуратно. Здесь диагональ 9 дюймов. По характеристикам здесь стоит 8-ядерный процессор, 6 гигабайт оперативной памяти и 128 встроенный. Все работает очень быстро, плавно. Здесь уже предустановлены такие приложения, как YouTube, Google карты, Яндекс.Навигатор. Все остальные, которые вам необходимы, вы можете скачать в Google Play Market. Здесь поддерживается двойной экран. Также мы сюда установили видеорегистратор. Как вы видите, изображение передается на магнитолу. И также работает камера заднего вида. При включении задней передачи автоматически включается камера заднего вида. Также в верхний бардачок мы вывели дополнительные порты USB и слот для сим-карты для раздачи интернета. Также интернет вы можете раздать со своего мобильного устройства. У нас в магазине вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем на практически любой автомобиль. Также есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Обращайтесь в нашу компанию. Всем удачи!